Пейзажи из хлеба и картошки создают в Австралии. Фотограф Карл Уорнер делает свои картины из любимой еды. Деревья из брокколи, брусчатка из фасоли, волны из краснокочанной капусты. Выложить продукты ничем не легче, чем наносить мазки на полотно. Процесс этот долгий. Сначала Карл рисует эскиз, потом закупает овощи и фрукты, вырезает и раскладывает их, как задумал. Художник говорит, что своими вкусными пейзажами хочет заставить детей задуматься и выбрать не чипсы и газировку, а более здоровую пищу.